Женек. Og så sang vi så lint. Er du klar? At du vil ha alt du peker på. Jeg prøver det jeg kan. Du må forstå. At du vil ha alt du peker på. Skal gi deg til
Cæsar. En veldig stort mann i dag. Для тебя, вот, хочу рассказать тебе о таком дне в Норвегии летом. Это и о концерте, это называется день такой, даже не день, а скорее всего неделя Мартна. Мартна, так называется вот эта неделя, вот этот концерт. Вообще Мартна, она идет из древности. Как все знают уже, Норвегия, это раньше, по крайней мере, раньше была страна фермеров. Очень много было фермеров, кто держал там овец, коз, коров там. Также выращивали они. Ну, много они всякое разное выращивали, там и картошку, и пшеницу. В общем, такие вот страна фермеров. Ну и до сих пор у них очень много фермеров, и ценятся очень ихние продукты, которые они производят. Это и морковь, и картофель, и ихняя пшеница, и горох, и клубника. И в основном в Норвегии это все продается дороже, чем как бы если они закупают откуда-то. И естественно все Норвегии, они считают, что вот именно их продукты, они самые лучшие, поэтому в основном в первую очередь берется все норвежское, они покупают все сами свое, те же сыры и все ихнее, в общем, те же яблоки, груши, в общем, все, что у них растет, скупается в первую очередь. Вот, потом, в общем, праздник этот идет из древности. Когда, в общем, насобирали они урожай, забыл какого числа, там, где концерт, у меня там написано, какого числа это вот у нас проводится, но в основном числа они меняются, так как устанавливает, когда этот праздник будет, устанавливает сама коммуна. Городская коммуна, когда будет праздник. Этот праздник этот проводится во всей Норвегии только в различное время. Где-то неделя в одном городе, потом следующая неделя в другом. И так вот идет этот праздник по всему, по всей Норвегии, да. Вот.
Когда коммуна устанавливает этот праздник, в город приезжают различные карусели, идут распродажи. Распродажи идут по всем магазинам, везде скидки большие. Также не обязательно только на продукты, также идут и большие скидки на одежду, на все, на косметику. Вот. И в городе вся неделя проводится ярмарка. Ярмарка. Приезжают, опять же, эти фермеры, где они вот расположены неподалеку, вот, допустим, от нашего города Стенджер. Эти фермеры приезжают, продают и сыры, и свои изделия, колбасы, которые они делают, и мясо, и клубнику, и картошку, и все на свете. Они то, что они, извиняюсь, производят, они это все продают. Естественно, кое-что, конечно, если вот обычно колбасы, они как бы идут тоже по распродаже, тоже идет распродажа там. Дешевле купить 4 штуки, допустим, колбасы, чем одну, но опять же, мясо как бы здесь достаточно дорого. Вот. Идут распродажи, шарики для детей, вот надувные, естественно, детей после садиков берут или да, после садиков берут с собой, идут все на эти распродажи, конфеты, вот эта сладкая вата, все для детей, даже устраивают какие-то мини-концерты для детей, мини-игры, мини-розыгрыши какие-то для детей. Также какая-то, допустим, молочная фирма устраивает розыгрыш там. Кто дальше прыгнет, тому достанется мягкая игрушка, там, допустим, в виде коровки, или, опять же, вот ферма какая-то, которая производит молоко, опять же, устраивает, опять же, как бы рекламу своему молоку, своей ферме. Они, допустим, опять же, деткам делают всякие игры, кто быстрее нарисует, или кто-то что-то отгадает, или мячик кинет, допустим, в кольцо, и тому дают большую бутылку вот этого хорошего молока. Или просто даже ставят такие ящики и раздают всем молоко, плюс журналы какие-нибудь дают, допустим, если они рекламируют сыр, они дают такие журналы, что можно приготовить из этого сыра, какие можно блюда сделать, какие салаты. В общем, вот такие различные рекламы идут. Вот. Во всех кафе обычно по вечерам распродаются еще много очень мороженого. Также в эти дни выставляют свои картины различные художники, продают свои картины художники. Бабушки, пенсионеры в основном, которые ходят в клуб вязания, они распродают свои рукоделия, там, носочки, варежки, шарфы, кофточки. Ну, в общем, и фермы, я говорю, фермеры, те, кто чем занимаются, тоже все распродают свое. Потом также приезжают с различных стран, также различные фермеры, допустим, приезжали с Англии вот в этом году, приезжали с Англии вот сыроделы, кто делает сыр, и приезжали, распродавали различный сыр, также давали, были пробные там сырочки, которые можно было подойти сначала попробовать, а потом, естественно же, если вам понравится, вы можете купить их, вот. И вы распродавали сыры, всем было интересно, все ходили, пробовали, кто покупал, кому не нравилось, тот не покупал. Потом приезжали французы тоже, они продавали французские сладости свои, конфетки, все свои пирожные, тортики, изделия свои. Также они продавали мыло ручной работы, так же как оливковое, так и с лаванды, и с различных травок. И, в общем, все любители поумываться ручной работой мыла очень быстро у них вот
раскупили мыло. Я купила себе 8 штук. Вот. И приезжают даже с других стран, да, вот что я хотела еще сказать. Показать свои изделия, чтобы у них покупали, чтобы распродали. Ну, чтобы знали их изделия тоже, так как знают, что проводится в Норвегии такой праздник Мартну. Потом на Мартну по вечерам в каждом кафе проходит какой-то концерт. Приезжают какие-нибудь артисты норвежские, музыка играет живая, вживую поют, люди отдыхают, люди танцуют по вечерам. Вот. Также приезжали немцы в одно кафе. Вот, и как бы был такой стол, там блюда, все их сосиски, пиво естественное, ну и концерт их музыка. Вот, и по вечерам проводятся такие концерты. Играют гитары люди. Очень распространенный танец у них здесь свинг, и они вот танцуют под их музыку. Очень такая спокойная, плюс к тому веселая, энергичная музыка, плюс поется это все вживую. Очень интересно послушать, посмотреть на людей, и даже неохота уходить с концертов. Но в завершающие последние 2 дня вечером проводится очень большой концерт в городе. Вот. Распродают билеты, ставят большую сцену, и, конечно, все заграждено, чтобы там с улицы никто не мог подсмотреть, потому что это стоит достаточно дорого. И люди покупают билеты, молодежь покупает билеты, проходят, там уже стоят столы. Вот. Уже когда вы покупаете билеты, вам дают такие там как бы талоны или опять же билетики такие. Уже в стоимость билета входит спиртное, и там уже стоят столы, вы берете вино, пиво, вот, в основном вино, пиво, выносить это, конечно, ничего нельзя, пьется там все очень много, там полиция следят, чтобы, ну, никто не нахулиганил, все было в порядке, все проводится очень культурно, никакого мусора, ничего, в основном все попивают вино или пиво, танцуют. Там есть место, где сидят, отдыхают, разговаривают, и есть место, где танцевать, смотреть концерт. Приезжают, опять же, на концерт, в основном проводится норвежский такой концерт, где поют одни норвеги. Есть и начинающие певцы, но в основном те, которые уже популярные песни, у них уже выпустились диски, и в основном это такая вот норвежская классика. Опять же, вот этот их танец свинг, и все танцуют. Очень интересный концерт, опять же, живая музыка, и достаточно это все, как это сказать, профессиональным. В общем, все всегда остаются довольны, весело, на душе хорошо. Вот такой вот праздник Мартна в Норвегии. Также на этот праздник, я говорила, оставляют художники свои картины, свои изделия. Даже русские приезжают сюда. Есть у них здесь место, где они продают матрешки, шкатулки, и в основном они продают такие вазы и стаканы, как же они называются, из хрусталя все продают, и достаточно успешно здесь все это покупается. Вот. Надеюсь, ничего не забыла я сказать. Вот такой вот праздник Мартна. Выпечки много. Кофе в Норвегии пьют с пирожными. Да. В общем, все отдыхают. Такую неделю праздник. Его
Летом все ждут, все бегут смотреть, что же распродается, все естественно, всегда покупаются, скидки всякие, все косметики, Орифлейм, и все, опять же, это все на улице, вы можете все посмотреть, попробовать, а потом все купить. Вот такой праздник Мартни. Все. Спасибо за внимание. Пока.